Недавно в Кирове отмечалось 30-летие творческой и общественной деятельности скульптора Фаины Анатольевны Шпак. Ее орудия производства – глина, дерево, стамеска, молоток – все весомо, грубо, зримо, все в высшей степени вещественно. Но из этих грубых материалов рождается поэзия сказочных Алёнушки и Иванушки. Героика борцов за революцию. Правда наших современников. Настоящее вдохновенное искусство – всегда радость для людей, всегда благо для души человеческой, потому что оно обязательно сопричастно нашему счастью и нашей печали.